Юлия Началова на днях опубликовала фото, вызвавшее у ее поклонников много вопросов. Певица, побывавшая на выступлении в Санкт-Петербурге, разместила в сети снимок, на котором она выглядит неестественно. Поклонников в этом кадре смутило все, начиная от застывшего выражения лица артистки, заканчивая ее фигурой. Особое внимание подписчики обратили на нижнюю часть снимка. Ноги и пятая точка Началовой выглядит крайне странно. Кто-то предположил, что изменения во внешнем виде Юли – результат прогрессирующей болезни. Известно, что певица уже много лет страдает от подагры, вызывающей изменения формы суставов за счет отложения соли. Из-за этого недуга Началова вынуждена прятать от окружающих кисти своих рук. Другие поклонники говорят о неумелом использовании фотошопа и просят певицу внимательно следить за тем, что она публикует в сети. «Я очень уважаю Юлию, но очень видно фотошоп. Там, где попа и живот съехала картинка. Честно, фото не самое удачное, непонятно, зачем себя так уродовать?» Удивляются фанаты Началовой. Кстати, на этом фото на безымянном пальце правой руки Юлии снова заметно кольцо, напоминающее обручальное. Не так давно избранник певицы, судя по всему, сделал ей предложение руки и сердца. Особое ювелирное украшение появилось у артистки вскоре после Нового года. Но подробностями личной жизни Началова делиться не торопится.